Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и у нас продолжение обзора по игре One Level 3. Одна комната, третья часть. И у нас очередные 20 уровней сегодня, которые мы пройдем, надеюсь, нормально и быстро. Так, аккуратненько. Вот из-за этих шипов, получается, не успел я на лифт. Успею, вот, отлично. Ай-яй-яй, получается, тот шип, вот он там немного только ездит сверху. То есть могу спокойно, типа, вот сюда подойти, взять его. Ай! И не видели неспокойно. Как же так? Ну, блин. Должно же было быть все легко и просто. Вот так вот уже. Первый уровень и первые проблемы. Ой, страшно теперь. Оп. Ладно, взял. Но здесь же это уже... А, они живые. Я даже название уровня не читал. Понятно, кто живые. Вот эти вот шипы. Но ничего, они остались позади. Окна, факелы, кирпичи. То есть здесь можем все двигать. Не знаю. Окна, факелы, кирпичи. То есть нужно что? А, количество, наверное, да? Смотрите, два факела, три окна. Кирпичей. Раз, два, три, четыре, пять. Окна три. Точно. А, факелы два, по-моему. Кирпича пять, да? Ой, что-то не так. Раз, два, три, четыре, пять. Окна три. Раз, два. Три, четыре, пять. А, факелов тоже три. Тю. Я почему-то 2 насчитал. Вот, 3-3-5 здесь пароль. Несложный уровень. Здесь не нужно было... этот... Что я хотел сказать? Ну, короче, рычаг нажимать. За 7 замками, это типа что? Раз. А, нажимать нужно. Раз, два, три, четыре... То есть найти все замки. Не нужно было даже тот, может быть, рычаг брать. Вот еще один ключик. Так, один у меня, кстати, есть ключик, да? Я же его взял. Нет, все-таки. Да. То есть нужно найти еще один ключ. Где же он есть? Кто-то видит его? За 7 замками. Странно, я не вижу последний ключ. А, вот факел. Все, нормально. Отлично. Ой-ой-ой, а где паук? Слушайте. Паука нет, он просто вот нас иногда плюет паутиной. Надеюсь, я его не увижу. Красивый уровень. Оп, ай-яй-яй, опять ляп паутиной. Еще раз ляп. Так, стоп. Ай-яй, видели, вот это обломчик. В самый ненужный момент именно паутина на меня навалилась, вот. Из-за этого я проиграл, блин. Это, конечно, был мрак. Так, нажимаю. Ай-яй, успею. Блин, опять. И снова. Что ж такое? Серьезно, самый ненужный момент. Вот, наконец-то. Нет-то паука, с ним мы не встретились. Они ждут тебя. Кто они? Ключи? Или они это не они? Ой-ой-ой. Ой. Фу. Вот кто они. Кто-то какие-то там демоны, которые стреляют по мне из пушки. Потому что... А, стоп, тут на время, да? То есть, может, бомбу нужно было... Ай-яй-яй, время на исходе. Вот сюда, к двери как-то. Тихо-тихо-тихо. Блин, я не успеваю. Вот, вот так вот, наверное, да? Раз не можем найти ключ, значит, нужно взрывать дверь. О, точно, все правильно. Ну, тут несложно было догадаться, на самом деле. Время на исходе. Ой, йога уровень, типа...
Могу по шипам бегать. А в чем прикол? То есть где-то я могу бегать по шипам, а где-то не могу. А, стоп, мне, наверное, можно только по шипам, наоборот, бегать. Чё, блин, вот в чем прикол. То есть на нормальной поверхности я умираю. Ха-ха, вот ну как. Обалдеть. То есть все наоборот. Интересно, а вверх я бился бы или нет, если вот вверх бы уперся. Проверять не хочу, честно. Хотя интересно. Ой. Ха-ха, лучок. А почему же ты плачешь? Ой-ой-ой. Капец. И что здесь делать? Я в шоке. Честно, я в шоке. Что здесь делать? Может, нужно успеть как-то добежать до него? А может, нужно... Что здесь нужно сделать? А, я могу плавать. Чё, блин? Ничего себе. Обалдеть, а как так? А до этого я не мог плавать. Ну это ж босс. Ой-ой-ой, я не в ту сторону. Чё, блин? Я не подумал. Ха. А, так я просто поднимаюсь. А как я тогда тонул, если он просто сам поднимается? Даже не нужно ничего нажимать. Вот, блин. Нытик тоже мне. То есть, можно его касаться спокойно, ничего страшного, да? Вот, видите. А успокоить его нельзя? Обычно все от лука плачут. А не лук плачет. Так, вот. И, скорее всего, третий раз нужно где-нибудь увернуться. По центру стою, а вдруг... Ай, видели? Блин. Как здесь хитро все сделано. Ай-яй-яй. Я сверху ждал вот эту вот прореху. А она вот, оказывается, была здесь сбоку. Откуда ж я знал? Теперь знаю. Ну, кто не заметил, сейчас поймет. Пойти, что ли, почистить лук, составить им компанию? Так, вот здесь сейчас мне нужно быть. Скорее всего... Ай, тихо, оно ж не поменяется, да? Вот, видите? То есть я даже не могу потонуть, мне просто об шипы не нужно убиться. Скажите, что это все. Смотрите. Нет, не все, блин. А здесь прям по центру, четвертый раз. Ну хватит уже, слушайте. Выпустите меня. Выпустите человека. Выпустите Стикмана. Ай-яй-яй, видели как быстро? Блин, да ну это вообще нереально. Ну если не знать заранее. Я-то теперь уже знаю. Просто времени куча заняло. За это время можно было еще 5 уровней пройти. Но такие уровни пройти нереально, если не знаешь куда, вот сразу. Я думал, там он 3 раза будет плакать, видите, он уже 5 раз плачет, я знаю. Ну, скорее всего, 5 это максимум. Так. Давай, еще раз приготовься. С первой мыслью было как-то остановить его плач. Потом где-нибудь спрятаться. Потом не утонуть. Короче, пока все.
все поймешь. Полчаса пройдет. Вот, четвертый раз. Ну и вот пятый раз я уже знаю, что здесь, поэтому несложно. Очень быстро будет. Опа. Все, везде. А, вот там еще одно место есть, смотрите. Я сейчас, конечно, вот здесь. А, нет, все. Я думал, там внизу, где я начал, может тоже еще оставить мне пробел. Так, помоги себе сам. Прикольно, телепорт. Кнопка. Стоп, не понял. А, это я меняю. А, вот. Смена. Понял. То есть не обязательно становиться в этот телепортатор. Ой-ой-ой. Да, нужно сначала разобраться. Так. Опа. Фу, как сложно. Так. Оп. Все, замок открылся. Берем теперь этого стикмана и выходим, да? Все, отлично. А между копьями. А. А ключи. Раз. То есть нужно сначала ту дверь открыть. Ну, по идее, здесь ничего сложного, просто нужно не спешить. Что очень тяжело сделать. Хочется поскорее пройти. Особенно в свете босса, который я так долго проходил. Так, вот сверху тоже. Получится? Нет. Я бы сейчас, если побежал, он бы меня... Оно бы меня проткнуло. Ой. Лучше ждать, как я говорил. Так вот. Потому что дольше будет потом перепроходить его заново. Вот последний ключик. И на выход. Главное, чтобы здесь рука не дернулась, побежать. Вот, одно копье, второе и третье осталось. И свобода. Свобода робота-попугая из Африки. Так, блин. Не понял. А, получается все, если я отпускаю кнопку вверх, я лечу. Ой-ой-ой. Короче, как-то так. Ой-ой-ой, сильно. Да что ж такое? Ха. Пока применись, конечно, это жесть. Тихо-тихо-тихо. Вот так. Лучше не рисковать. Вот вроде только все получилось немного. Вот теперь мне вообще лететь не нужно. Ай, не взял ключик, блин. Только полечу сразу. Проиграю. А так вот я просто иду вверх. Вот можно здесь полететь. Опа, полетели в конце. Ой-ой-ой, бум. Это если я коснусь, будет бум, наверное, да? Лучше не проверять. Вот честно. Это будет очень тяжело. Ой-ой-ой. То есть не бум, так вот. Напоролся на шипы. Редко на них напарываюсь в этом месте. Да практически никогда. Именно вот в этот момент, когда не нужно на них напарываться, то как всегда напоролся. Оп. Аккуратно. Последний прыжок удачный. Да, все, прошел. Идем дальше. Тук-тук, кто там? Ха-ха-ха. Капец. Обязательно туда тук-тук делать? Ой.
Странно. Может просто... поняли. Прикол. Ай, неправильно. Ай-яй. Надо было так, наверное, сделать. Прикольно. Вот так. Теперь. А эта дверь не переносится. Получается, только та переносится. Только одна. Вот типа так. И вот так вот. Не получается. Вот. Все, выход. Прикольный уровень, надо так придумать. А, мыльный побег. Мыльный. Время действия, наверное, заканчивается, да? Поэтому нужно брать обязательно еще мыло. Иначе, сейчас я лопну. Пузырь, в смысле, лопнет. Нормально, все удачно. Лесопилка, типа она будет там ехать. Пилить. Ай-яй, видите, все попилило. Переигрывать. То есть нельзя было пилить именно вот эти штуки. Ну, в принципе, все, пускай там будет. Она мне уже не нужна и не мешает, по идее, да? Ну, конечно, опасная штука. Медленно крутится. В реале там скорость движения, не знаю, там то ли там 4000 оборотов в минуту, то ли сколько-то. А вентиляция. Это, наверное, она просто дуть будет на нас. И сдувать. А, понял. То есть, если медлить, то она... затянула ключик бы, и надо было начинать сначала. Тоже несложный уровень. Время пошло. То есть нужно еще в нужном порядке вот ключи брать, иначе время уйдет совсем, да? Ну, как бы для тех, кто вот уже в теме играл, я думаю, несложно пройтись по трем точкам. Так, а здесь что у нас? Какая-то штука. А, тоже время, вот смотрите. Тоже сверху опускается. Здесь некогда вот тоже думать. Фактически тот же уровень на время, только здесь у нас не ключики исчезают, а вот проход нам бы закрылся стальной пластиной, и мы бы уже не смогли выбраться. Так, 5. Что значит 5? 5 ключей. Раз. Стоп, не понял. 10. 5. Не понял. Не понял. Вот чего-то я не понял. Так. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, блин, упал. 55, 65. И все? До 100? А в чем прикол? Не пойму. Ой-ой-ой-ой-ой, слушайте. Ой-ой-ой. А он что, пчел ест? Он пчелоед? Бомба даже. Он все ест. Обалдеть. Ха-ха. Собственно, я не пойму пока. Может как-то на пчелу прыгнуть, я не знаю. А, бомбу можно подскакивать. Откуда я знал сразу? Я думал, они взорвутся, когда ко мне прикоснутся. Вот, другое дело. Бамс. И, наверное, третий раз и все. Но здесь все понятнее, чем вот случаем с луком.
еще одна. Все, и шипы убрали с класс. Враг повержен. Это был 120 уровень. Простые движения. Но простые движения будем просто проходить уже в следующем нашем выпуске. А на сегодня я с вами прощаюсь. Два босса повержены, вот они здесь появились. А вместо вопросиков еще впереди много-много интересных уровней. А поэтому, если вам нравится эта игра, наш обзор, то поддерживайте это видео своим лайком. И обязательно дождитесь следующей серии. Пока-пока, до новых встреч!